Делать и проучить его. А это соседское недоразумение.
первом этаже. И у него как раз был незастеклен балкон. Мэйми пораскинул немного своими идеальными мозгами, прикинули где-то там, и у нас выделилась идеальная мысля. Короче, решили мы закинуть ему чёрта на балкон. Взяли возле базара немного гнилых помидоров, яблок, капусты, ну и еще какой-то вонючей плесени. Забрались на крышу, стоим над его балконом и думаем. Не, ну спуститься-то мы сможем, а как же назад? Говорю кенту, гордый за веревками, как раз и страховка будет, мало ли что. Вот мы привязали одни концы веревки к дымоходам, а другие вокруг пояса. И так как брат старше меня на 3 года, отношения у меня в детстве с ним были просто идеальные. Брат, смотри, что мне купили. Ну, не тебе, а мне. Да нет, это мне купили. Что сказал? Я сказал, это мне купили. А ты иди сопли вытирай. И даже на мой день рождения большая часть моих подарков доставалась ему. Ура, сколько подарков! Рано радуешься, сопляк. Это твои, а это мои. Так это мне подарили. Черт. Понял, не дурак. А еще, когда мы с ним завтракали или обедали, он любил делать так. Вот падла. Не ругайся за столом, ушлепок. Ну а если я родакам жаловался, то лещевая профилактика потом резко участалась. Чё, жалуешься? Нет. А как-то раз решил, значит, брат поиграть дома в бейсбол. Ну и, естественно, его роль отбивать палкой, а моя роль постоянно, как послушный пес, подавать ему мяч. А так как маленького мяча у нас не было, то вместо него была деревянная катушка от пипа. В общем, весело было пипец. Я постоянно подаю, он отбивает, и я получаю этой катушкой то в глаз, то в ухо, то в лоб, то еще куда-то. Ему было весело, а мне как-то, ну, не очень. А когда я говорил, что не хочу больше подавать, то вместо мяча он палкой по-братски любя гасил меня. И вот, в очередной раз я подаю, он отбивает, и катушка попадает в люстру, которая висела над моей головой. И откалывается кусок. И этот кусок в аккурат на черепок мне чпок. Больно было не сильно. Но вот то, что мы люстры носили, это было плохо. Говорю брату, скажем родакам, что ты чай-то разбили. Смысле разбили? Ты меня в виду, ты разбил? Так это же ты был. Скажешь, сам разбил. Или получишь бубен. Ну а вечером батя спрашивает, что люстру разбил. Но это... Это я разбил. Короче, получил за тот день еще и от матери меня. Обидно было пипец. И после этого случая я хоть и был на голову ниже брата, но постоянно пытался надрать ему задницу. Но всегда получилось как-то наоборот. В общем, бесил он меня с каждым днем все больше и больше. Но в один прекрасный год, когда я был в 5-м, а брат в 8-м классе, я резко начал расти. И уже к концу года обогнал брата по росту. Мелкий. Что? Сюда иди. Не понял. Ты что, страх потерял? Да, братишка, потерял. Ты чего? Ты чего? Сюда иди. Давай поговорим, мы же братья. Сейчас поговорим. Ну и после этого дальше мы с братом жили в полной гармонии и понимании. Справедливо. Ай, за что? Да просто так. Короче,
так как брат старше меня на 3 года, отношения у меня в детстве с ним были просто идеальные. Брат, смотри, что мне купили. Ну, не тебе, а мне. Да нет, это мне купили. Я сказал, это мне купили. А ты иди сопли вытирай. И даже на мой день рождения большая часть моих подарков доставалась ему. Ура, сколько подарков. Рано радуешься, пошляк. А это мои. Так это мне подарили. Чёрт. Понял. Не дурак. А еще когда мы с ним завтракали или обедали, он любил делать. Вот падла. Ругайся за столом, ушлёпок. Ну а если я родакам жаловался, то лещевая профилактика потом резко учащалась. Чё, жалуешься? Нет. А как-то раз решил, значит, брат, играть дома в бейсбол. Ну, естественно, его роль отбивать палкой, а моя роль постоянно, как послушный пес, подавать ему мяч. А так как маленького мяча у нас не было, то вместо него была деревянная катушка и кулька. В общем, здесь у было пипец. Я постоянно подаю, он отбивает, и я получаю этой катушкой то в глаз, то в ухо, то в лоб, то еще куда-то. Ему было весело, а мне как-то, ну, не очень. А когда я говорил, что не хочу больше подавать, то вместо мяча он палкой по-братски, любя, гасил меня. Папи, хочешь не хейтер? Ой-ей, я бы хейтер. Хочешь хейтер? Wait, he's through. He can't eat her. Cousin Cat?
No, 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 please, no, 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 no. No!